Поможет тебе Тор. Может, на Сому наложили проклятие? Сома всегда почитала богов. Проклятие на нас навлечешь ты, если нарушишь клятву и сбежишь. Эйвор. То, что ты с нами, честь для меня. Что ты задумал? Весь Шир хочет, чтобы городом правила Сома, кроме этих деревень. Их жители кормят войско Вигмунда. Поэтому мы сожжем их дома, быстро и дотла, как молнии Тора. Как ты присоединился к Соме? Однажды Вельва послала мне видение. Пронзив мой разум, оно развеялось. Но мне было мало. В надежде на новое, я долгие годы ел лишь пелену, грибы и священные травы. Силы мои иссякали. Я скитался, одурманенный и безумный. Саксы хватали меня, но отпускали. Раз за разом. Сома нашла меня в болотах. Я был наг и одинок. Она дала мне все, в чем я нуждался. Я обязан ей жизнью. Видения обладают странной силой. Что ты видел? Я поднимался в гору и нес на себе льва и змею и изнывал под их весом. Я изнемог. А затем появилась Сома и помогла мне. Мы добрались до вершины. Нам едва хватило там места. На пике, похожем на острие клинка, мы стояли, вцепившись друг в друга. Крепко. Я кажусь отстраненным, одержимым. Но боги всегда с нами. Я считаю мой долг защищать Сому от их гнева. А что ты думаешь о Ливе и Берне? Лив. Прирожденный моряк. Разве что очень увлеченный. А Берна, что ж, для нее жизнь шутка. Сома извлекла ее из канавы. Тайный ввоз товаров, чтобы не платить пошлин, и много лжи. Клан есть клан. И я буду драться бок о бок с Берной, хоть она и груба. Но судьба ее не забудет. Думаю, пора кидать факелы. Избавимся от крысенышей Вигмунда. Зажигай факелы и поджигай наконечники стрел. Красный враг ветвей выстрочит. Сожжем эти лачуги! Пусть расплатятся за то, что отняли Грэнта Бридж у Сомы! За то, что лизали пятки Вигмунду! О!
сдохни! Соломенных крыш и тор. Звоню в колокол! Звоню не в колокол! Сдаемся. Теряем бдительность!
Умелая работа. Вигмунда заденет за живое. Ты ревел и крушил, как огненный сурт, шагающий сквозь пламя Муспельхейма. Увидимся дома, Дрэнг. Добро пожаловать. Наверняка пригодится. Рада помочь с запасами. Знаешь толк в качественных вещах. Да, будешь привлекать к себе внимание. Больше ничего не нужно? Мне пора. Удачи. Я вам ничего не скажу. Ничего! Такие черви, как ты, не выползли бы из грязи, не будь Вигмунд в беде. Говори. Что-то случилось. Эйвор, все получилось. Вот один из людей Вигмунда. Шнырял у Дуралепонте. Только не убивай его. Повеселись. Я буду в длинном доме, нужно все обдумать. Малыш, малыш, где прячется твой папочка? Грязные язычники. Грентебридж принадлежит лорду Вигмунду Олденскому. Город его по праву. Бедняжка. Не знает, что мы делаем с такими, как он. Ему не рассказывали. Мы ему покажем. Какие ручища. Славные выйдут перчатки. А сердце у такого-то здоровяка. Можно накормить целую семью.
Спорим ему глотку и напоим сады его кровью. Боже, нет, нет! Он на острове Илли! Элдермен Вигмунд! Он там, в монастыре, клянусь! Не пришлось возиться до утра. Давайте свяжем его и пусть сгниет. Проклятые Даны! Мой лорд прогонит вас с этой земли! Всех вас! Да помилует Господь! А вдруг этот трусливый змей хотел проклясть нас? Я не мог рисковать. Он же христианин. Вигмунд на острове Илли. Я сообщу об этом Соме. Silfur, mat og drikk auðvitað. En hvað fleira? Tordal mér síl. Эйвор, что же рассказал человек Вигмунда? Вигмунд в монастыре на острове Илли. Среди церковных крыс. Нужно продумать нападение. Но я не стану бросать ему вызов, пока в моем доме предатель. Что ты выяснил? Бирна влюблена в тебя. Безответная любовь – опасное чувство. Бирна всегда была непредсказуема. Но она воин, а не ребенок. Она не идет на поводу у чувств. Раньше Бирна тайком возила товары и едва ли жила честно. Даже у людей из самых низов есть честь. Даны знают это лучше других. Лив жалеет, что не стал притязать на власть и не правит сам. Лив занимает видное место в нашем клане. Он лучший корабельщик и знает, что я знаю это. Лив недоволен тем, как ты правишь городом. При мне город процветает, как и гавань, где стоят его дракары. Лив сказал, что желтую краску украли. Желтую краску трудно изготовить. Когда ее украли, он был очень сердит. У стапелей я нашел пустую бадью из-под желтой краски. В ночь нападения такой краской красили дракар. Странно красить корабли в такой час. Но ведь это ремесло, Лива. Я нашел много следов у потайного хода. Там же был нарисован желтый крест. Тот, кто предал тебя, отметил потайной ход и тем самым указал саксам путь в город. Галин ставит свои видения превыше всего, как фанатик. Видения, как облака. Каждый видит в их форме свой смысл. И смысл, что открывается Галину, важен для него. Галин сказал, что был при смерти, когда ты нашла и спасла его. Да, его считали проклятым. Он плыл по воле волн. Но всем нужен тот, кто поможет им вернуться на берег. В день нападения дракар Галина наспех покрасили в желтый цвет. Он хотел, чтобы его дракар отличался от наших? Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Так кто же предатель? Тебя предал Галин. Ты уверен?
своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу. Моя семья и опора. То, что случилось с нами, больше не должно повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но не все вместе. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор? Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать явь со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. Я словно оторвала себе руку. Пусть ты убьешь Вигмунда, но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Мы разобьем лагерь на острове Или. Ждем тебя там. На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. Хочешь выпить с лучшим из лучших?
поделься ими. Там они ответят тем, кого погубили. Сома? Эйвор, ты все же пришел. Я этого не забуду. В темное время всем нужны друзья. Готовы убить Вигмунда? Да. Если что пойдет не так, мои люди вступят в бой. Холма, я чую его. Надеюсь, ему нравится вид. Последний в его жизни. Эйвор, кровь в моих жилах кипит. Я слышу голоса павших друзей, вызывающих Вигмунда на бой. Он не покинет монастырь живым. Thank you.
Покажи, что там впереди. Что происходит? Вот в кустах тебя и убью. Моими глазами, Сюнин. Помогите!
стереть меня из вашей памяти! Сражайтесь! Умрите за меня! Умрите! Я бы не ответил на такой призыв. Отдаешь их жизни в обмен на твою? Они никто! Ни земли, ни богатств, ни титулов! Меня же будут помнить! Память о добрых людях живет вечно. Ты же заслужил лишь проклятие. И пусть богатства давали мне власть. Проклиная меня после смерти, люди лишь укрепят ее. Я умру, но мой орден будет править всегда, повсюду. Сдавайтесь! Отдайте нам то, что должно. Земля, сокровища, прошлое, а не наши. Наши! Если твой ад есть, ты там и окажешься. Вернемся в лагерь. Пока я не сорвалась и не сожгла как все дотла. Нужно быть осторожнее. Дома можно отстроить, посев. Доверие так быстро не вернешь. Но у тебя есть новый друг и союзник, Сома. Я и мой клан. Буря скоро закончится. Ты прав, я знаю. Просто в это верится с трудом, когда ты в самом ее центре. Эйвор, ты путеводный огонь. Ты разоблачил Галина, призвал его к ответу. Я была в ужасе. Такое предательство само по себе смерть. Галин убил себя сам. Да, верно. Мне стало немного легче. На душе не так тяжко, но сердцу нужно время. Кстати, Эйвор, я кое о чем вспомнила. Это тебе. Возьми в знак моего уважения и доверия. Если будет нужно, мое войско твое. Ярл Скона Сома, благодарю. И еще кое-что.
Мы поговорили с Бирной, пока готовились к битве. И, кажется, поняли друг друга. Пусть она расскажет тебе сама. До встречи, Эйвор из клана Ворона. Надеюсь, мы увидимся в Грэнтебридже. Бирна, сегодня ты одержала победу. Не принижай свои заслуги, Дрэнк. Это ты возглавлял нападение. Ты так бьешься, любо-дорого смотреть. Мы все бились славно. И теперь Грэнтебридж ваш. Вы вернули себе дом. Ха! Скоро здесь будут кишеть торговцы, жрецы и ривы. Все его чары развеются. К слову, в сердце Сомы не нашлось для меня места. А пожар уничтожил мой дом. Для Сомы главное Грэнтебридж и его жители. Благородно, но мне этого никогда не понять. Думаю, я пригожусь кому-нибудь еще. Скажем, тебе. Ты хочешь жить в клане Ворона? И плавать, и драться. Если ты не против. Ну как тут быть против? Конечно, я не против, Дрэнк. Рада это слышать. Я уже собралась в дорогу. Ветер зовет меня к Англии. Сообщу ей добрые вести. Похоже, у нас гости. Кто бы это мог быть? Говори, или я скормлю тебе твой язык! Thank you.
Куда делись остальные? Смерти ищешь, воришь? Они везут с ней для пира и сами строят себе дом. Какие щедрые гости. Кто тебя нанял? Кому ты служишь? Смерти ищешь, воришка? Хайсам, мы так не договаривались. Кто тебя нанял? Хайсам. Кому ты служишь? Что ты видишь, Сюнин? Говори! Или я скормлю тебе твой язык! Эйвор! Персугенгер! Здравствуй, Эйвор! Здесь воины смогут отдыхать и упражняться. Да, неплохо. Как весть разнесется, больше Йомс викингов захочет биться вместе с нами. Кстати говоря, многие воины жаждут стать твоей правой рукой. Давно пора выбрать кого-то из них?